Анастасия Мишина и Александр Горямов выиграли финал Кубка России в категории юниоров. И, ребята, расскажите, пожалуйста, как этот турнир вписывается в план подготовки к чемпионату мира, который пройдет в Загребе очень скоро? Это был для нас скорее как контрольный прокат перед самим юниорским чемпионатом мира, чтобы слегка сменить обстановку. Все-таки соревновательный прокат от тренировочного, даже если в костюме, он все-таки отличается. И нам как бы было все-таки привычнее здесь катать, так как мы уже здесь третий раз, уже не помню, на этой арене. И нам уже привычнее здесь катать. И также, что недалеко от того города, где мы тренируемся, Санкт-Петербурга, если точнее, и мы ощущаем, что мы почти дома выступаем. И все-таки чувствуется более домашняя как бы все-таки обстановка. У нас перед каждыми соревнованиями все равно есть прокат короткий, произвольный. И, конечно, лучше катать на соревнованиях, чем на тренировке. Поэтому этот турнир у нас вот как прокат. И мы очень рады, что он вот так вот есть у нас вообще перед соревнованиями основными. Ну, все получилось, есть вот как к чему притраться самим? Конечно, мы пытаемся откатать это все как можно лучше. Ну, все-таки нет предела совершенства, что мелкие ошибки все равно нам после проката, вот как мы только вернемся в город и вернемся на тренировки, вот, тогда уже мы разберем самый разбор полетов от проката. Ребята, спасибо вам большое. И ни пуха, ни пера. К черту.